Продолжаем наш выпуск. Предлагаю сейчас разобраться в грядущей премии American Music Awards. Номинантов объявили, но куда делись Риана, Леди Гага и Бейонсе? Нет, главное, Бруно Марс, Эд Ширан и Дрейк в лидерах. А девушки вне игры получаются. Причина такого обделения оказалась проста. Фанаты певиц банально не дожали лайки и просмотры. Зато поклонники Бруно Марса пальцы стерли в кровь. Оттого он может получить целых 8 статуэток, включая главное звание – артист года. В соперниках у Бруно Марса ходят серьезные ребята – Эд Ширан, Дрейк и Кендрик Ламар. У них по 5 номинаций. Молодежь заморского шоу-бизнеса на пятки авторитетом тоже наступает. Джастин Бибер, Луис Фонси и Дэдди Янки уже спят и видят, как получают награду за лучшую поп-рок-песню, а именно хит «Деспасито», который стал самым просматриваемым клипом в истории. А что же касается дам, то главный файт состоится между Рианой и Леди Гагой за звание «Лучшая поп-рок-исполнительница». И на этом все. Ни одна дива не сможет побороться за приз в номинации «Лучший альбом» и «Лучший тур». 19 ноября в Лос-Анджелесе отгремит American Music Awards. Инсайдеры поделились, что раз уж не оценили музыкальность певиц, то их прелести на красной дорожке зрители запомнят надолго.